Привет-привет, с вами Алина и Олеся. Сегодня мы вам покажем обзор вот такой вот собачки Чичилава. Олесенька очень любит различных собачек, очень любит с ними играться, да? Очень любит собачек? И сегодня мы вам покажем вот такую вот собачку Чичилав. Она еще и в сумочке. Олесенька всегда мечтала собачку в сумочке носить, да? И вот Чичилав, который кричала. Вот такая вот собачка Чичилав. Чичилав. Она идет с сумочкой. Давай. Вот такая вот собачка. Люблю тебя, Алина. Вот такая вот собачка. Она вот такого вот прекрасном платьице, который очень красиво подходит к ее сумочке. А ты сумочку? Ее платьице снимается. И самое главное, что у нее гнутся лапки. И вот я. Ее можно посадить в любую позу. Олесенька, давай покомандуем собачке. Ага. Говори команду, она будет выполнять. Ага. Лапки сидеть. Ага. Давать. Лежать. Сидеть. Давать. Вставать. Встала. Какую дальше команду? Голос. Какую дальше команду будешь говорить? Ну давай, скажем ей: Чичи, иди в сумочку, иди в домик. Иди в сумочку. У нее очень вот такая вот красивая сумочка, сделанная из материала под джинс. Еще здесь она украшена вот такими вот кисточками. Это очень красиво и стильно смотрится. Еще здесь вот такая вот вымочка для ее головки, чтобы собачку было лучше видно и ей было комфортнее сидеть. Внутри сумочки есть подклада, чтобы собачке тоже было удобнее сидеть. Олесик, тебе понравилась собачка? Ага. Если у вас возникает вопрос, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока! Олесик, попрощайся. Пока-пока!